В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я Виктория Сащенко, и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Сегодня в выпуске. Кампания по выборам в местные советы депутатов проходит в Беларуси. Завершился этап регистрации. 19 января стартовал очередной этап – агитация. Кандидаты на старт. Брест готов к встрече туристов. На текущей неделе на просторах сети интернет начал работу Брестский городской информационно-туристический портал, в котором собрана вся информация о местных достопримечательностях, о деятельности медицинских учреждений и гостиниц, а также правила въезда по безвизовому режиму. Там, где царит семейное тепло и уют, Ирина Альшова побывала на необычном новоселье в 5-м доме семейного типа в Бресте. На открытии был дан старт новому педагогическому проекту «Детский квартал Новоснецова». Об этих и других событиях областного центра прямо сейчас. Брестская городская территориальная избирательная комиссия по выборам депутатов в местные советы 28-го созыва завершила регистрацию кандидатов. Напомним, чтобы стать полноправным претендентом, нужно было собрать не менее 75 подписей избирателей своего округа. В результате из 120 претендентов в избирательную гонку официально включились 117. Выдвигаться можно было несколькими способами. Через сбор подписей от политических партий и от трудовых коллективов. От политических партий в горсовет выдвинулись 26 кандидатов. Путем сбора подписей от трудовых коллективов – 54. Большинство, а это 64 кандидата, включились в избирательную гонку через сбор подписей избирателей. Трем людям было отказано в регистрации по причине несоответствия отображенных в декларациях данных. На 40 избирательных округов претендует сегодня 117 кандидатов в депутаты. В среднем, так если считать, 3 человека на округ. Но есть у нас округа, где по 5 человек кандидатов в депутаты. Есть по 4, есть по 2. Но средняя, мы так уж усредненную цифру берем, 3 человека. На сегодняшний день в комиссию не поступило ни одной жалобы на регистрацию инициативных групп, регистрацию кандидатов в депутаты. Можно ли об этом говорить еще? Есть у нас заявление, где сверяют там количество домов в округах есть, но жалоб на работу комиссии не поступало. Предвыборная гонка продолжается. 19 января дан старт агитационной кампании, выступления в СМИ, митинги, пикеты, знакомства избирателей с депутатскими программами. Агитация продлится по 17 февраля. 18 февраля состоятся выборы в местные советы депутатов, по итогам которых в Бресте по 40 округам будут выбраны 40 депутатов городского совета депутатов 28-го созыва. Проголосовать можно досрочно с 13 по 17 февраля. Продолжаем выпуск. В последние несколько лет город над Бугом переживает настоящую строительную революцию. День ото дня он, преображаясь, приобретает новые очертания. Активно идет капитальный ремонт жилого фонда, реконструируется дорожная инфраструктура, появляются новые грандиозные объекты. В их числе и претенциозный проект, выполненный по заказу открытого акционерного общества «Полесье-Жилстрой». Строительство современного автовокзала. Сегодня строители активно работают над двухэтажным зданием, которое по задумке архитекторов станет еще одной визитной карточкой областного центра. Строительство нового здания автовокзала остается на протяжении долгого времени одним из обсуждаемых проектов. Перенос этого транспортного узла предусмотрен генеральным планом развития Бреста. Однако представить, каким будет новый объект транспортной коммуникации, было довольно сложно. Сегодня те, кто перемещаются из центральной части областного центра в район Дубровки и Речицы, уже могут наблюдать, как день за днем преображается фасад и в целом конструкция нового автовокзала. Возводится само двухэтажное здание, плюс идут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Сегодня мы находимся на этапе возведения самого здания, то есть коробка здания. То есть частично идут работы по прокладке инженерных коммуникаций к этому зданию, ну и идут работы по монтажу конструкции каркаса здания. Строительство нового здания автовокзала – один из примеров активного развития городской инфраструктуры. Во-первых, проект отвечает всем современным требованиям. Здесь есть все необходимое для безопасной посадки и высадки пассажиров. Во-вторых, довольно близкое расположение железнодорожного и автомобильного узлов сделает перемещение людей более комфортным и доступным. В-третьих, новое здание автовокзала имеет оригинальную конструкцию. Наряду со строительством автовокзала будет проведена еще и реконструкция улицы Орджоникидзе на участке от улицы Советской до
улице Героя обороны Брестской крепости. Вот. И будет в 2019 году сдаваться одновременно и автовокзал, и улица, участок улицы, который подлежит реконструкции. Архитекторы постарались учесть в проекте здания нового автовокзала все те нюансы, которые делают неудобным эксплуатацию старого. Здесь будет грамотно организован подъезд и выезд автобусов, разведены транспортные потоки, удобно размещены места для ожидающих пассажиров. Проект не совсем простой, но интересный. Оно будет прозрачное здание, просматриваться будет через здание железнодорожного вокзала, но это все работа архитекторов. Все это увязывалось, согласовывалось, поэтому объект интересный, сложный, но и в исполнении тоже довольно тщательно надо будет подходить к выполнению работ, особенно по фасадной части здания. Тем временем активно преображаются и другие знаковые для города объекты. Ремонтируются улицы и проспекты, приобретают новый внешний вид дома. Серьезную реконструкцию переживает Кобринский путепровод. С каждым днем все длиннее становится проезд по западному обходу. И работы эти будут продолжены. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Подарить ребенку максимум любви и добра, воспитать его настоящим человеком – все это дает семья. К сожалению, число детей, оставшихся без попечения родителей, сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не уменьшается. Альтернативу детскому дому-интернату уже давно и с успехом составляют приемные семьи, даря заботу, опеку и любовь малышам, возвращая радость полноценной семейной жизни. В городе над Бугом открылся 5-й детский дом семейного типа. В новеньком коттедже разместилась большая семья Гуляевых. Мама Юлия, папа Андрей и 7 детей, 6 из которых приемные. Первый детский дом на улице Васнецова открылся 5 назад, и за это время вырос в целый детский квартал. Сегодня здесь живут 29 юных брещан. На необычном новоселье побывала наш корреспондент Ирина Альшова. Улица Васнецова в Бресте. Здесь разместился целый семейный городок и в прямом, и в переносном смысле. 10 родителей-воспитателей, 29 приемных детей и 5 коттеджей, в одном из которых, отмечает новоселье, большая приемная семья Гуляевых. Сегодня здесь дали старт новому педагогическому проекту «Детский квартал на Васнецова», который призван не только объединить 5 домов семейного типа, но и организовать социально-педагогическую площадку для всех родителей, воспитывающих приемных детей. Педагогическая площадка объединяет усилия, и мы вместе будем проводить время, придумывать общие проекты, мастер-классы, круглые столы, где будем делиться своими проблемами, идеями и немножко совершим небольшую революцию в педагогическом подходе к воспитанию. Не просто приемные дети станут центром, притяжения внимания к себе, они станут центром для того, и центром создания дел, и сами станут волонтерами. Свое решение стать родителями-воспитателями Юлия и Андрей Гуляевы принимали обдуманно. Они уже воспитывали 2 детей – Вадима, родного сына Юлии от первого брака, и приемную дочку Василину. Но желание реализовать родительский потенциал оказалось сильнее, и пара выбрала нелегкий педагогический путь. А мы имеем возможность помочь, и если из этих детей... Понятное дело, что это все трудно, детей много, возможно, не со всеми все получится, но если хотя бы часть детей повзрослеет, вырастет в полноценных членов общества с правильными жизненными ориентирами, это будет... Знаете, как жизнь прожила не зря. Теперь в детском доме семейного типа Новоснецова семья Гуляевых увеличилась на 5 ребятишек. Младшему Коле 3 года, Кате 5 лет, Вите 6, Василине 7, Данилу 10, а Карине 12. На правах старшего брата оказался родной сын Юлии Вадим. В свои 14 лет, не по годам взрослый юноша, серьезно увлекается рисованием и мечтает стать художником. А еще помогает родителям в воспитании младших. Если с Василиной мама с папой уже могли сами справиться, то здесь уже приходится помогать. И следить, чтобы дети не утонули в ласке, и периодически, так сказать, успокаивать, потому что мама весьма мягкая. Относится ко всем, я считаю, что нужно немного построже. Новый год Юлия и Андрей вместе с детьми встречали уже в новом коттедже. Как призналась пара, в простой семейной обстановке. А еще готовились к официальному открытию нового детского дома. И пусть к такому пристальному вниманию со стороны представителей городских властей и общественности привыкнуть сложно, хозяева не теряются. Они научились находить компромисс в семье, и сложности их не пугают. В любых отношениях без компромиссов нельзя. Где-то детям приходится под нас подстраиваться, нам приходится под них подстраиваться. Мы стараемся.
Все они разные, каждому по-своему надо подойти. Социально-педагогический проект по открытию новых детских домов семейного типа будет продолжен. На очереди Ленинский район Бреста. В этом даже году видеть на улице Высоковской в Ленинском районе нашего города очередной дом семейного типа. И вообще дома семейного типа, мне кажется, это самая удачная форма выражения заботы государства о подрастающем поколении, о тех детях, которые, как я уже сказал, попали в трудную жизненную ситуацию. Почему? Потому что это самая действенная форма воспитания. Воспитание детей – процесс сложный, но, считают Гуляевы, надо один раз решиться и попробовать. Быть родителем – это не образ жизни, это призвание. Я совсем не так все представлял. Когда ты приходишь, тебе объясняют, что вот эти радужные мечты, да, что вот детишек достаточно будет обнять, приласкать, и они твои навсегда. На самом деле это много работы, много сил нужно, но при этом главное желание. То есть если человек действительно этого хочет, то действительно, правильно Юля сказала, бояться не надо и нужно пробовать. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК ТВ. На этой неделе на просторах сети интернет начал работу Брестский городской информационно-туристический портал. На сайте собрана вся информация о местных достопримечательностях, о деятельности медицинских учреждений и гостиниц, а также правила въезда по безвизовому режиму, что сегодня особенно популярно среди иностранных гостей. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в нюансах пользования порталом и узнала, насколько востребовано такое нововведение среди зарубежных гостей. Спланировать путешествие в Брест в несколько кликов мышью – теперь это реально. Сегодня сотрудники сектора спорта и туризма отдела образования спорта и туризма горосполкома запускают в сеть интернет новую платформу – информационно-туристический портал. Его цель – объединить всю имеющуюся информацию, которая бы пригодилась туристу во время путешествия. Краткая справка о главных историко-культурных объектах, сайты гостиниц и спортивных учреждений, а также отдельная вкладка с комплексным разъяснением о деятельности безвизового режима на территории туристско-рекреационной зоны Брест. Не нужно будет искать информацию на сайтах различных туристических фирм, там будет аккумулироваться вся информация о туристической инфраструктуре города Бреста. А также на основной странице будет размещена информация по безвизовому въезду, где как можно ей воспользоваться, как зарегистрироваться. И я считаю, что этот информационно-туристический портал – это единственная возможность, где турист будет иметь полную информацию о городе Бресте, вне зависимости от того, в какой стране он находится и какие цели он преследует, приезжая в город Брест. Брестский городской информационно-туристический портал – это продолжение работы по эффективной реализации указа главы государства за номером 462 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Напомним, первые гости воспользовались новой услугой еще 1 января. Сегодня их уже более сотни. На 14 января текущего года по безвизовым режимам воспользовалось уже 123 туриста. Это туристы не только из ближайшей Польши, но это Литва, Германия и Словения. Они приехали уже на территорию Брестской области, посетили нашу Брестскую крепость и также Беловежскую пущу. Координировать пребывание иностранных гостей в Беларуси будут только туристические фирмы, имеющие на этот вид деятельности специальную лицензию. В их числе комплекс «Брест-Интурист». Сегодня здесь созданы все условия для того, чтобы организовать для гостей отдых по высшему разряду. Кроме организации комфортного проживания и питания, здесь можно подобрать ознакомительную экскурсию и даже приобрести памятные сувениры. Спрос на услуги «Брест-Интуриста» есть. К нам Винтурист обратилась уже несколько групп из Польши, из Белой Подляски, из Тересполя. Это группы детей, которые на каникулы хотят приехать к нам и позаниматься, поплавать в наших спортивных сооружениях, покататься на коньках в Ледовом дворце. Первое, что их интересует, конечно, это условия пребывания здесь и, конечно, условия оплаты. В перечне предложений особой популярностью у туристов пользуются объекты культуры и истории. Это в первую очередь мемориал «Брестская крепость-герой». С интересом гости города наведываются в археологический музей Берестья, музей «Спасенные художественные ценности», краеведческий музей, фонды которого насчитывают более 170 тысяч предметов. Как любой музей,
Мы транслируем историю нашего края берестейского, и наши коллекции, которые насчитывают более 170 тысяч предметов, я думаю, будут интересны не только для жителей нашего региона, как носителей этой истории, но и для иностранных туристов, которые, как теперь уже, могут безвизово приехать к нам и вот это время провести в наших экспозициях. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для города Бреста составил 3 миллиона 540 тысяч долларов. Безусловно, эта сумма внушительная, и такой город, как Брест, для него это колоссальное вложение в экономику города. Конечно же, с подписанием главой государства этого указа мы рассчитываем на значительный рывок в этих цифрах, которые, возможно, удвоится, возможно, и утроится. Сегодня в городе Бресте расположено 20 гостиниц, которые способны принимать до 2000 туристов. Кроме того, на территории рекреационной зоны достаточно много агроусадеб, частных агентств, поэтому здесь мы проблем с заполнением гостиниц не видим абсолютно. Мы готовы принять туриста в любом количестве. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК ТВ. А сейчас о других событиях и мероприятиях. 19 января свой профессиональный праздник отметили спасатели Беларуси. Герои этого торжества ценой своего здоровья, а порой и жизни, ежегодно спасают от пожаров тысячи людей и тысячи единиц имущества. Традиционно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, в рамках которых наиболее отличившиеся сотрудники получают награды и грамоты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, о тех, кто знает истинную цену безопасности. Торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника собрало в одном зале всех тех, кто посвятил свою жизнь службе на благо людей. У каждого из них была своя дорога в систему МЧС. Кто-то мечтал о профессии спасателя с юных лет, кто-то увлекся этим делом уже в юношестве. Сегодня все эти люди – представители одного большого коллектива специалистов, профессионалов своего дела. Сегодня много наших работников, я бы сказал, очень много наших работников будут поощрены и правами руководителей облсполкома, горисполкома, областного совета депутатов, районных советов депутатов, министерства нашего, правами начальника управления. Большое количество, поэтому спасибо большое за вот такой подход, за внимание к нашей службе, к нашим работникам. И мы не подведем. В торжественной обстановке лучшие представители профессии были удостоены высоких наград от руководства, представителей смежных структур, городской и областной вертикали власти, духовенства. Решительность и профессионализм, которые проявляются при исполнении служебного долга, заслуживают самого глубокого уважения. Но не это главное, считают обладатели заветных наград и новых погон. Главная заслуга – это то, что все они трудятся в одном большом дружном коллективе, работу которого высоко оценивают жители города и области. Спасатель – это всегда человек, готовый прийти на помощь в любую секунду, не жалеть своих сил, здоровья и быть всегда начеку. Спасатели – герои мирного времени. Их подвиги происходят в самых различных ситуациях – во время пожаров, наводнений, придорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях на производствах. Труд сотрудников службы дня и ночи благородный, чрезвычайно ответственный и опасный, который под силу только мужественным и сильным людям. И именно такие служат в системе МЧС всей области. Я с большим удовольствием поздравляю своих коллег, своих друзей, работников службы спасения с профессиональным праздником Днем спасателя Республики Беларусь и говорю слова большой благодарности за ту работу, которую выполняете вы в течение определенного времени. И вам всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в этом очень важном, нужном государственном деле. Впереди у спасателей Брещины еще большая профессиональная дорога, на которой может встретиться немало преград. Однако каждый из представителей службы дня и ночи уверен, все это будет по плечу, когда работает такая слаженная команда. Информационная служба телекомпании БУК ТВ поздравляет представителя одной из самых мужественных профессий – спасателей. С праздником и по традиции желает сухих рукавов и успехов на службе. Не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, потому что ваши дети вырастут такими, как вы. Это известное выражение уже давно стало главным принципом жизни Игоря и Ксении Писецких. В деревне Клейники Брестского района молодая семья открыла конно-спортивный клуб, который практически стал центром большой воспитательной работы с молодежью Бреста и Брестского района.
Сюда приезжают не только заниматься спортом. Для тех, кому не хватает родительского тепла, клуб «Белая Русь» стал вторым домом. А еще здесь начали большой совместный проект с комиссией по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района города Бреста. Наш корреспондент Ирина Альшова побывала в гостях у людей, которые не делят детей на своих и чужих и верят в силу личного примера. Допинг и дизель, бром и елка, аргон и параграф. Это не простой набор слов, а имена лошадей, обитателей конюшни, которая принадлежит клубу «Белая Русь» под руководством семьи Писецких. 2 года назад клейники стали новой точкой на конно-спортивной карте области. И за это время клуб успел увеличить не только число лошадей, но и круг друзей. За первый год здесь пребывания с такими ребятами, сначала без экскурсий, мы поняли, что им надо. Им надо было лишний раз их просто похвалить, сказать, что они правильно делают. Им надо было, они чаще подходили вот к моему мужу, может быть, потому что как мужчине, им надо было вот такая поддержка, такие вещи, как летом мы с ними оставались в палатке на сено, это было просто для них. То есть у многих здесь ребят нету отцов. Мать, воспитывая, понятное дело, она вообще вся занята, они такого не видели. Как признается Ксения Писецкая, вдвоем с мужем они вряд ли реализовали бы идею создания конно-спортивного клуба. Поддержка директора селекционно-гибридного центра «Западный» Александра Захаркевича оказалась очень существенной. И сегодня клуб «Белая Русь» стал не просто еще одной частной конной школой. Это настоящий молодежный центр, где подростки могут реализовать свой творческий потенциал, получить помощь и поддержку. Благополучная семья, нигде не стоят ни на учете. Разборки внутри семьи между мамой и папой оставляют ребенка где-то там. И ему мало того, что некуда деться, еще и возраст такой. И мы просто, вот, просто даем этот период жизни, может быть, как-то пережить с интересом и никуда больше не ткнуть своего носа. Одно из основных направлений «Белой Руси» – работа с молодежью. Ребята учатся общаться с животными, ездить верхом. Вместе с тренерами участвуют в организации соревнований и праздников. Сейчас каждые выходные сюда приезжают учащиеся средних школ Бреста. Экскурсии стали возможными благодаря совместным усилиям клуба и комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района города Бреста. Много причин можно назвать, но в том числе проблемы детско-родительских отношений. Ребенок остается один на один с компьютером, а компьютер – это не только развитие его как информационной технологии, но это еще и игры. Игры останавливают развитие ребенка, поэтому наша задача что? Показать им, что жизнь может быть гораздо интереснее. Гораздо ярче, насыщеннее. Для детей очень важно посещать данный спортивный вот клуб конно, так как это для детей более им помогает в их. У них всех неблагополучная более сфера семейной, да, и это их где-то смягчает, их характер, волю, терпеливость закаляет, помогает более лучше относиться к животным, проявлять свою любовь. Увлечь, показать варианты реализации своего потенциала, ощутить собственную значимость и нужность. Неравнодушные педагоги и тренеры находят общий язык с ребятами сразу, а лошади только усиливают эффект. Да, мы общались, мы с классом тоже ездили на кони-ферму, тоже гладили и катались на лошадях. Очень понравилось здесь, хорошие лошади, веселые, игривые, классные. Очень понравилось, красивые все, добрые, кормят, легко берут все. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ». Это были итоги недели на БукТВ. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании buktv.by. Но не переключайтесь. Далее на нашем канале новый проект БукТВ «Новое зрение», созданный в партнерстве с офтальмологической клиникой «Новое зрение». Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми.